Сегодня я тебе поведаю, что твои детские травмы, они мешают тебе жить, и ты это знаешь. Ты, например, была когда-то маленькой девочкой, да, годиков в 3, в 4, в 5. Вспомни, как ты мечтала иметь большой дом, счастливую семью, изобилие. Ты хотела всегда наслаждаться жизнью. И что потом с тобой случилось? Твоя жизнь так перевернулась и закрутилась у тебя, что все пошло против тебя. Все пошло не так, как ты мечтала. Подумай, почему. Возможно, детские травмы помешали тебе жить.